Что такое День Победы? Это утренний парад. Едут танки, ракеты, маршируют строй солдат. Что такое День Победы? Это праздничный салют. Фейерверков летает в небо, рассыпаясь там и тут. Что такое День Победы? Это песни за столом, речи и беседы. Это дедушкин альбом, это фрукты и конфеты. Это запахи весны. Что такое День Победы? Это значит, нет войны.